Здравствуйте, в эфире обзор новостей спорта. Равная битва с мирным исходом. Гандболисты пермских медведей продолжают выступление в отечественной суперлиге. На своей площадке наши мастера ручного мяча сыграли с краснодарским «Скифом». Упорное противостояние победителя не выявило. Ничья 22-22. Для зрителей этот матч, наверное, получился очень, скажем так, интересный, так как игра шла мяч-мяч. Мы сумели переломить, скажем так, определенный момент игру, да, и заставить их играть под наши, скажем так, условия, да, но, как всегда, у нас есть небольшие недоработки, которые, непонятно, мы потеряли очко или приобрели. 2 декабря пермские медведи отправляются в Снежинск, там предстоит сыграть с местной командой «Сунгуль». Не сидят без дела и хоккеисты «Молота» по Рекаме. Они завершили 4-матчевую домашнюю серию. Наши играли с Курганским «Зауральем». Основное время завершилось в ничью 1-1. Отличился Абрамов. А в овертайме на последней его минуте пермяки смогли забросить решающую шайбу. Она на счету Шайхулова. Понятно, что команда «Молот» переживает сейчас не лучшие времена, но при такой поддержке болельщиков, думаю, без многих ноги начнут двигаться. Всегда здесь хорошая атмосфера на хоккее. Болельщики всегда поддерживают команду в любой ситуации. Сейчас «Молот» готовится к серии выездных матчей. Предстоящая игра пройдет в Китае 30 ноября против команды «Цингтоу». В завершение дзюдо в Ингушетии прошло первенство России. Участвовали спортсмены не старше 21 года. В числе призеров оказался один пермяк. Это Дмитрий Котельников. Он выступал в весовой категории до 55 килограммов. Выиграл 6 встреч и занял в итоге 3-е место. Получил бронзу. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.